отказалась. Своего ребенка отказалась. Как же мне его найти? Кино по выходным. 17 лет назад в ваш центр поступил мальчик с тяжелым диагнозом. Жив он или нет? Проведено 2 операции. Успешно. Врач, который его оперировал. Золотые руки. Забыть нельзя. Я хочу устроиться в больницу как волонтер. А дети у вас есть? Опыт волонтерской работы? Убежать не получится. Сложно решиться. Изменить свою жизнь навсегда. А что сложного? Берешь, меняешь. А мы с вами не знакомы. Вы у меня не рожали? Нет у меня детей. Сейчас вот только вернулась на родину. Не подвела меня память. Сделав первый шаг, она пойдет до конца. Ты приехала в город, чтобы найти своего сына? Зачем нужны были эти игры в любовь? Зачем? Светлана. Премьера. В субботу. В 21:00. На канале «Россия».